подсказываем, как можно разнообразить сексуальную жизнь. Шуточный комикс к вашим услугам. Действительно, кожа головы человека – источник нервных окончаний. Сначала перебирайте его волосы, а затем мягко коснитесь его кожи и спуститесь к спине. Нежно и плавно гладьте его спину, чтобы ваш партнер чувствовал и ласку, и страсть одновременно. Или любое другое любимое слово. Делайте это сексуально и медленно. Водите пальцем так, будто вы создаете произведение искусства. Стимулируйте мягкими движениями нервные окончания между пальцами. Закуски из кукурузы отлично сочетаются с хумусом. Он должен оценить ваше странное предложение. Снег должен держаться, так что не жалейте хумуса. Интригующая прелюдия продолжается. Ваш мужчина будет пребывать в легком трансе. Медленно и сексуально. Теперь нужно таинственно скрыться, посмотрев ему в глаза перед уходом. Ваш партнер будет потрясен и удивлен. Обещаем. Заодно вы сможете проверить его чувство юмора. Как соблазнить мужчину и какой романтический ужин приготовить. В первую очередь продумайте свой наряд. Рассказываем, где купить сексуальное нижнее белье. Автор комикса – Ларин Брандце.